«Орлу» выпала честь принимать игры последнего тура предварительного этапа чемпионата России в рамках первой лиги. Орловский ГУШ ВСМ в ранге одного из лидеров в первой встрече принимал «Вымпел» из Коврова Владимирской области «Гости» в красном. Первая партия получилась абсолютно равной, но в концовке первый темп хозяев сработал на отлично 25-22. Также ровно команды шли и во второй партии, но гости не отпустили подопечных Николая Подрезова в отрыв, оставив партию за собой 25-23. Безвольно отдав третью с разницей в 10 очков, орловчане, казалось, повторять статистику игр с «Вымпелом». В прошлом году они дважды уступили с одинаковым счетом 1-3. Потому что неудобный соперник. Команда такая довольно-таки быструю игру играет, низкорослая. Вот, но при этом силовая, сильная подача и довольно-таки сыгранное взаимодействие хорошее. Отдельные игроки выпали из игры, но я думаю, сейчас должны вернуться. Надо бороться. И они продолжили бороться и своими усилиями, и чередой ошибок соперника счет по партиям сравнялся. И матч перешел в решающую пятую партию. У нас не хватает нескольких игроков, которые отсутствуют по тем или иным причинам, и поэтому не хватает некоторых звеньев важных в команде. Ваша команда довольно-таки техничная, тоже собранная, командный дух у них хороший. Похвалу от соперника орловчане оправдали. Тайбрейк превратился в настоящий триллер. Обе команды по несколько раз имели матчболы, но удача в этот день осталась на стороне игроков в синем 22-20. Три-два победа орловчан, которые также на тайбрейке переиграли и Туликов, но уступили Десногорскому Полимеру. К сожалению, эти две победы не позволили нашим волейболистам продолжить борьбу в финальной восьмерке. Андрей Жиляев и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».